Сотрудниками полиции на месте происшествия предварительно было установлено, что водитель автобуса Hyundai, двигаясь со стороны города Оренбурга в сторону города Казань, выехал на полосу встречного движения в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен» и допустил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-2110 под управлением жителей села Александровка. В результате ДТП 49-летняя пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте происшествия. Пассажиры автобуса серьезно не пострадали. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, в результате которой будет принято процессуальное решение.